Вот решили гусей погнать на пруд. Раньше назывался Симаковский. Вот как в деревне живут. Ну вот погнали. Рядом гречки, они не нуждаются, она с этим, с краснокоренкой. На пути теленочек. Это все Люба Минаева. Гусям 3 месяца вот они у ней. И выросли настоящие взрослые гуси. Но. Ой, 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 испугался как, ну. Вот они где. Так, с этой стороны маленько поджимать надо, они, чтобы туда не шли. Тут трава мельче. Правее сама иди. Вот так. Вот они пошли. Вот она живет. Гуси, куры, все есть. А в городе чего ты будешь делать? Я бы вот взял гуся и гусиху, купил бы у тебя. Ну, держать совсем негде. Под замком там сожрут, украдут. Народ голодный. Особенно, кто не работает. У меня сосед, у него взломали, даже поросенка держал, и то, говорит, увели. Отец наш всегда держал гусей. Вот мы идем в сторону лагеря, вот впереди. Оазис, деревья, это лагерь бывший. Сейчас его нету. Первый год без лагеря. 45 лет пробыл. Так, 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 тяга, тяга. Давай. Вот оно как. Это я иду специально показать. Послушные такие. Вот они. Это не курица. Курицу так не угонишь. Мы как-то дорогой ехали. Там гусиная ферма. И вот я не знаю сколько, но вот как до лагеря примерно дорога. И все, гуси, гуси прям плотным строем. Толпой. Так. Маленечко тут комарики, тут я останавливаюсь. Вот при въезде, вот мы считаем, что тут написано. Пять километров. Это вот откуда мы вышли, Любин самый дом. Вот он. Вот Иосиф, дольше всех. Дальше всех видать всегда. Долго не оконченный. А это вот Алексей строит. Тоже. Вот они, пригнали на Симаковский пруд Костровый. Вот она. Как это интересно. Так, пускай теперь сами, не трожь. Пусть они идут. Вот они где. Да они водичку увидали. Ну-ка. Ну-ка, давайте. Это вода, вода, вода. Ну, давайте, ваша стихия. Да, вот сейчас, потихоньку. Пошли, пошли, пошли. Ну-ка. Ну-ка, давай. Вот они где. Ну-ка, давайте. Вот они где пошли. Ой, ой. Ой, ой. Радости-то сколько вам. Ну, ой, табуном. Сейчас они разойдутся, нырять начнут. Вот она как. Ох ты. Сколько же радости у них. Пошли, да табуном все. Маленько помаши им туда, назад, назад. Ну-ка. Куда, куда идете? Ну-ка, пошли. Пройди туда, гони. Оп. Твои еще вот это начерпаешь тут. Куда? Видишь ты какой? Мало еще погуляли, идите. Идите там, поплавайте. Давай, давай, вожат. Вот, покупайте. Почисти перышки. Без отца, без матери вырос это. Это инкубаторное. Это как вот школу отдают. А все равно вот привыкшие, знают уже, природа требует. Вот
и как плавать, как купаться в воде, все это. Вот она как. Заложено. Это надо лезть туда, раздуться тебе, пролезть, прогнать. Они тогда пойдут туда. А тут недалеко, до колен. По-другому никак. А надо, чтобы они выплыли на простор хотя бы один раз. А я тут на берегу буду держать. Один прутик мне дашь? Вот они, вот они. Вот они гуси какие. Вот она... Какая у нас здесь выросла-то преграда. Шифер положили от размыва. Вот. Костровый. Вот тут поворот. Все? Все? Это надо, надо ближе. Потихоньку. О! О, я не знаю, что там так это тонет-то. То есть, даже ноль внимания. Тут надо длинный шест. И шестом их гнать. Он даже на тебя не глядят. Да нет, они просто глядят, говорят, ну и дальше что? Тогда вот сюда вот перейди, вот по этим вот. Вылезь оттуда. Прямо на них. Интересно, что такая топка это? Это корова размяли. Но... пошли. Прямо возьми, опаки и так водой на них брызгай. Нет, это не пойдет так. Они не боятся. Тут надо камушками бросать возле них. Вылазь, Люба, не пойдет так. Вот она. А что, тут негде купаться, то вот они пошли. Ну, ну. Пошли, пошли, пошли. Ну, нырять-то некуда, гляди, на носу. Ну, вылазьте, вылазьте, там купаться есть где, глубоко. Ну. Во-во-во-во-во-во-во-во. Давай, гони. Пошли. Вот тебе надо по этим кочкам перейти поближе к ним. О, вот так вот. Во-во-во-во-во-во. Вот это они боятся. Отсюда прямо камушками. Ши. О, хорошо кинула. Еще маленько выгнать за камыши. Ага. Давай. Вот я подскочил. Вот сюда вот надо подойти и отсюда гнать их. Все, пошли. Все, не давай им камушками с берега кидать надо. Вот поплыли, поплыли. Слава Богу. Куда? Куда? Табуном. Все.
все. Там он может пойти ноги обмыть, где у нас это. Пройди сюда с щеботами. Давай. Да я дома их помою. Босиком дойду, потому что будет неудобно. Вон они, пошли. Ну и что, и где они? Вот интересно как. Торчками. Кочки торчат. Показать надо сейчас издалека. Ну и вон какая от них пошла. Вот тут как. Это все проросло. Ну, уменьшилось. Вот он, два ряда. И корень укрепляет ветла. Ветлины. На солнце тут. Сегодня 29 августа 2017 года. Вот сюда не залазят. Никто, ни овечки, никто не проходит. Загородили хорошо. И не разрушается. Тут, правда, мы кирпичи наложили, но скотина утолокла их все вместе. Воды намного больше, оно до жердей он было, а сейчас он как широко. И там дальше, и там. А гуси за этим вот пределом, там где-то они. Не знаю, видать, не видать. Протока. А там должны быть гуси. Я плохо вижу, но думаю, что попал на них. Все